Тем временем в Москве допрашивают задержанных за подготовку теракта. По данным агентства «Интерфакс», предполагаемых боевиков 10. Напомню, подозреваемых накануне поздно вечером взяли, что называется, с поличным. У них обнаружено и уже обезврежено самодельное взрывное устройство. Официальная информация от антитеррористического комитета крайне скупая, но по данным корреспондентов ТАСС, мощность бомбы более 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. Происходило все в Стрельбищенском переулке, это практически центр столицы, Пресня. Банду заблокировали в квартире девятиэтажки, в которой проживает более 100 человек. Никто из жильцов в результате спецоперации не пострадал. Среди силовиков пострадавших также нет.